С 2017 года изменена система последипломной подготовки будущих врачей. Теперь, получив документ специалиста, большинство выпускников сразу же поступают на работу в поликлинике. Давно мечтала об этой профессии, грезила, наверное, со школы. Наконец-то мечта сбылась. Есть возможность себя реализовать, посмотреть, как это работать с детками, получить удовольствие. Надеюсь, что все получится. Ольга Скороходова, как и все ее однокурсники, в последний год обучения в ВУЗе проходила практику под руководством опытных врачей амбулаторного звена. В Оренбургском медуниверситете возобновили институт наставничества. Каждый студент имел возможность набраться опыта и необходимых навыков у своих старших коллег. Очень понравилось, потому что все, мне попалась врач, которая все объясняла. Вот, я с ней ходила к новорожденным, на вызова. Вот, в принципе, ну, все устроило, хороший доктор попалась. Вот, конечно, все зависит от врача, который к тебе прикреплен. У меня была замечательная педиатр, которая мне объясняла, меня поддерживала, направляла. Я много работала с детьми, и мне кажется, это был очень полезный опыт. Врач сама давала нам что-то выполнять под ее контролем, чтобы мы общались с детьми, чтобы мы могли что-то назначить, предположить, что можно назначить под контролем врача, и таким образом уже почувствовать все-таки, как это бывает в жизни. В 2017 году состоялся 42-й выпуск студентов педиатрического факультета. Ряды детских врачей пополнят почти 100 человек. 35 из них обучались по целевому направлению и, значит, должны отправиться на работу в городские и районные больницы области. Я сама из города Орска и хочу в дальнейшем продолжить свое обучение по детской эндокринологии в ординатуру. В дальнейшем я собираюсь вернуться в свой родной город. Губернатор области Юрий Берг поздравил молодых специалистов с окончанием вуза и вручил дипломы отличникам и целевикам. Мы ждем вас, мы надеемся на вас, мы радовались и радуемся вашим успехам. Очень хочу, чтобы вы, придя на работу, вот, были довольны и удовлетворены своей работой, потому что работа должна быть любимой, работа должна быть такой, что хотелось бы идти на работу. А у вас работа особенная. Я поздравляю вас, желаю вам счастья, добра, успехов. Мы вас ждем. Оренбургский медицинский университет уже 73 года готовит кадры для здравоохранения области. Со временем программа обучения изменяется, но главное остается неизменным. Выпускники вуза должны отвечать современным требованиям, владеть и уметь применять на практике стандарты оказания медицинской помощи и быть преданными профессии, которую выбрали для себя однажды.